Короче, купил ремни вот такие простые, двухточечные. Хочу поставить их, короче, в машинку. Но вот в чем прикол. То есть все знают, что должны быть в кузове сделаны силовые закладные под ремни. То есть вот тут одна закладная есть. А где-то вот тут нихуя не бачу. Не знаю, где они. И даже где искать примерно непонятно, потому что, ну, я так все пролазил, что знал. И где я знал, там нету. Вот. Сейчас, может, еще погуглю, поищу. Бо хочется ремни поставить. Ну, типа, как бы тут ремни не столько для безопасности, сколько, чтобы штраф не получить. Я думаю, все это понимают, потому что, ну, это ИШ. Как бы тут... Ну, то есть, если будет авария, то просто я кого-то уничтожу, если я в кого-то врежусь. Или кто-то в меня, если врежется, тоже об меня уничтожится просто. Ну, произойдет самовыпил, потому что, ну, кто знает... сейчас объясню, о чем я имею в виду. Короче, допустим, на москвичах, которые вот, у них идут, получается, лонжероны, силовые части, у них они идут вот чикс на пол машины, потом промежуток, типа... А потом еще сзади кусочек есть. А здесь, вы поняли, это все одна. Там, то есть, две вот такие огромные рейки. Ну, по две рейки. Через всю машину, короче, тянутся. Силовая часть. Это первое. Второе. Как бы... Металл. Металлище. Я недавно тут на днях парковался, короче. Что-то завтыкал и втащил, короче, в бетонную стену бампером. Кусок стены обвалился, а на бампере, ну, типа, даже не осталось вмятинки, ничего нигде, то есть, ну, понимаете, да, уровень машины, мощи. То есть, понятно, что она не технологичная, ничего, но она мощная. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя некомфортно. А с ремнями так вообще подавно будет. Такие, короче, приколюсики. Короче, чтобы поставить ремни, надо разобрать салон. Вот я уже раскидал одну сидуху. Сейчас попутно, кстати, я уже заранее купил краску. Вот, сейчас местами вот здесь мелкие вот дырочки. Я все поподвариваю и задую краской. Собственно говоря. Но на самом деле, типа, ну, тут металл пиздец. То есть, то, что вот эта дырочка есть тут, ну, хуйня. И тут вот тоже, типа, блядь, ну, это чтобы вода стекала скорее, чем настоящий какой-то это. А закладная вот была. Но ее там уже больше нет. Я сейчас думаю, буду делать другие закладные. Скорее всего, вот где-то в другом месте сейчас придумаю. Ну, для начала сейчас разберу уже салон до конца. Задую. Ну, разберу салон, позавариваю дырочки. Нет, не так. Разберу салон, позаметаю, потом позавариваю дырочки, потом... Мы все это покрасим, потом я сделаю закладные, и, может быть, еще на что-то останется сегодня время. Но это не точно. Короче, такая штука. Можно заглянуть в порог. Ладно, разбираю дальше. Так, доковырял я вторую сторону тоже. Идемте сейчас сюда покажу, что там у нас по... днищу ебаному. В принципе, на самом деле, все очень хорошо. Для 87 года машина, она выглядит очень хорошо. То есть, имеется в виду вот тут вот только, и то оно как-то вот местами. Это снизу это лонжерон уже, вот. Собственно говоря, и вот тут чикс-чикс, и тут вот одна. Собственно говоря, что, сейчас я вот тут вот подчищу квадратик и заварю обратно вот эту штуку. А чё нет? Правильно? Правильно, я тоже думаю, что правильно. Что еще? Сейчас позаметать, конечно, надо будет, будут срач лютый. Эти кнопочки, вот эта вот кнопочка тоже все работает. Тут все работает, короче, тут все работает. Все гладенько. Собственно говоря, я так понимаю, что технологические какие-то эти отверстия, а с той стороны такое же есть. Вот, вот тут вот. Короче, что, сейчас еще раскидаю вот эти боковые стойки. Хочу подключать фонарики вот эти, потому что они, короче, лагают и периодически сами включаются. Это очень чревато высадить аккум,
просто завтыкал их проверить. Ну, типа, это каждый раз проверять, выключены ли у тебя эти фонарики боковые, ну, такое. Потом попозже куплю, может, диодную ленту, и просто диодную ленту пущу красивенькую через... Так, чикс-чикс-чикс. Так, спустя энное количество времени, что мы имеем в итоге? Вот тут, где проходит этот лонжерон, получается, вот этот, который длинный такой. Вот, тут были дырочки. Собственно говоря, предварительно до того, как я все это начал заваривать, я залил внутрь отработки. Где-то грамм 400 туда ушло, оно так себе укатилось. Я еще туда подул компрессором, раздул это все максимально, сколько там смог достать. Вот, и заварил. Получается, все это покрыл уже герметиком. Вот спереди еще были дырочки, и тут герметиком. Начинали хорошо с серого, серый закончился, начали мазать красным. Ну, чем маем, то маем. Сейчас, короче, задую баллоном эту сторону сразу же. Вот, и параллельно буду пока варить вторую сторону. Вот такие, короче, дела. Оп. Бычок. Короче. Идем за баллоном. Вот, крыть я буду, короче, вот таким зеброй. Грунт швидкосохнущий, черный. Показывает он себя, уже не раз его беру, показывает он себя прям очень хорошо. Довольно нормально держится. И получается и краска, не краска, и грунт. Ну, короче, для того, что мне надо, кстати, просто он очень хорошо перекрывает ржавчину. В этом весь прикол. Вот, будем сейчас дуть. А? Это ж другое дело совсем. Сейчас зайду с той стороны для сравнения просто. Покажу этот самый, как говорится, наглядно до, после, до, после, до, после. Ой, ударился. Ну ничего, сейчас мы вторую сторону так намарафетим. Ну шо, я справился. Справился, но не с тем, чем должен был. Закладные под ремни я еще не сделал. Это сейчас как раз предстоит. Но так-то файненько, мне кажется, очень даже. Когда внутри все черное и не ржавое. Так, все, закладные успешно сделаны. С этой стороны вот эта огромная пластина. Вот я ее приварил, получается, и к кузову. И сделал вот такими уголками к вот этой вот штуке. Просверлено насквозь через пластину вот два отверстия. Сделаны закладные скаленных болтов 10,9 черных. Насквозь просверлена пластина, просверлен кузов. И вот две закладных успешно готовы под ремень. То есть получается у меня вот раз закладная под ремень. И вот тут будет вторая закладная под ремень. И все. Собственно говоря. Что вам сказать? Спустя день... Я могу сделать вот так. И у меня здесь, во-первых, чистенько. Во-вторых, наконец-то есть ремень безопасности. Да, не совсем удобно, конечно, это получился. Эти кнопочки далеко, но по-другому никак не сделать. Сами понимаете, точки должны быть там, где есть какой-то силовой каркас. Соответственно, я варился к силовой части, поэтому что маем, то маем. Но не суть. Главное, что все готово. Еще попутно, кстати, у меня были вот эти вот они, ублюдские вот картонки. Я вырезал вот такие вот штучки с нержавейки и скотч-брайтиком просто зачухал, чтобы они, короче, были более матовые и не блестели, потому что блестящие слепили люто глаза, вообще нереально, короче. Ну, а это вот как раз вписывается в интерьерчик, и там вот вторая. Как-то так. Здесь, кстати, черный. Теперь. Как-то так, короче. Самая главная розочка. Капуста. Короче, тут немножко с Никитой увлеклись. Сделали настолько детейлинг, что мы даже резину начернили. Просто специально есть химочка. Начерни резину. Чикс-чикс. Все четыре бублика теперь черный-черный. Только колпак видно этот. В салончике тоже марафетик весь сделанный. Чикс.
Ай, красота. Чикс, сидушечки, все по красоте. Чинно, файно, насколько это можно для ежа сделать. Все сделали. Оп, главное этот, детейлер моет руки. Красотка, красотка. Анаконда. Анаконда, Не, ну конечно, начерненная резина имеет вообще вид просто лютый. Не знаю, насколько, конечно, видно, но это просто пушка.